данном обзоре мы рассмотрим оптическую мышь Alux модели M512B. В комплект входит диск с программным обеспечением для дополнительных клавиш. Разрешение данной мыши составляет от 800 до 1600 dpi с переключением кнопкой, которая находится возле колеса прокрутки. Скорость сканирования составляет 3000 кадров в секунду. Мышь имеет 4 программируемых мультимедийных кнопки. Эргономичный вертикальный дизайн третьего поколения, обтекаемая форма удобная для запястья и обеспечит комфортное перемещение руки при длительной работе. Интерфейс подключения USB. Цвет черно-серебристый. Данная мышь подходит для всех операционных систем. Мышь является достаточно крупной и очень удобно лежит в руке. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.